Вам звонят непонятные люди с рекламными предложениями? Ваш телефон и прочие контактные данные находятся в сети интернет в общем доступе? Ваши персональные данные торгуются на черном рынке? Хотите узнать, почему так произошло и можно ли это прекратить? Смотрите наш ролик. С одной стороны, наши персональные данные защищены довольно грозным законом о персональных данных. Это 152 ФЗ, согласно которому наши персональные данные не могут даже обрабатываться без нашего разрешения, не говоря уже о том, чтобы где-то публиковаться. Однако, как писал давным-давно Карамзин, строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть формально, конечно, если вдруг вы обнаружили такой ресурс и напишете жалобу в Роскомнадзор и прокуратуру, то те после проведения соответствующей проверки могут обязать провайдера заблокировать данный сайт или убрать данную информацию. На практике же очень быстро данная информация будет продублирована на еще 10 зеркалах сайта. Ну а уж если ваши контактные данные попали к различным рекламщикам, то дело и вовсе пропащее. Законных и при этом работающих методов борьбы нет. Попытки узнать у звонящего продавана, откуда у него ваш телефон, закончатся тем, что информацию он узнал из открытых источников, от знакомых и так далее. Так что, к сожалению, самым действенным способом борьбы порой является просто попросить не звонить больше. Поскольку на данный момент наше правосудие и исполнительные органы власти с подобным нарушением прав граждан, к сожалению, эффективно бороться не могут. А потому советуем не портить себе нервы, запастись спокойствием и хорошим настроением. По возможности, конечно, подписывайтесь на канал и делитесь комментариями, часто ли вам названивают и как справляетесь с телефонным спамом. Спасибо за потраченное время. Всего вам доброго!